Сегодня первый день мой в Бангкоке за долгое время. Я зашел и первый раз в жизни решил отведать суп из акульих плавников. Ни разу не видел, как он выглядит, ни разу не видел, как он не чувствовал, как он на вкус. Короче, в каком-то смысле лишаюсь девственности сейчас. Выглядит, конечно, странновато. Я сейчас нахожусь в китайском квартале. Но на уху не похоже. На уху явно не похоже. Плавнички. Странно, как все это выглядит. Немного похоже на рыбу. Чуть-чуть. Но все-таки не совсем. Акульи плавники – это не жареный карп. Но съедобно. Обычно в китайских кварталах вообще есть невозможно ничего. Но тут еще можно. Тут съедобно. Покажу, как вообще все это выглядит со стороны. Чайнатаун в Бангкоке. Я здесь, на самом деле, в Бангкоке я был много раз. Но в Чайнатауне оказался, по-моему, впервые. Вот. Поесть особо негде. Так что пришлось рисковать заказывать суп из акульих плавников.